Всем привет, привет! Сегодня будем шуршать пакетами, разбирать коробку, где у меня лежит глинка. И будем выкладывать на мою тарелочку для эфиров. Глины очень много, кусочков очень много, поэтому давайте начнем. Это у нас тарабагай. Тарабагай. Угу. Я, кстати, не пробовала. Положим ее сюда. Надо ее подписать. И мы будем убирать. Дальше у нас оранж. Угу. Положим ее сюда. Оранж. Мы, наверное, сразу, да? Вот так сделаем. Да, что я на тарелку положила, чтобы понимать. Угу. Дальше у нас хаки. Вот такая хаки. Но она у меня есть на тарелке, на другой. Поэтому мы ее пока убираем. Другую коробку. Сердце. Очень такая интересная по структуре. Вкус у меня не сильно насыщенный. Вот так. Положу маленькие кусочки. Сердце. Остальное убираем. Чуйская. Такая красавица чуйская, но... Ой. Пыльная, очень пыльная. Глинка. Разломается она так. О, чуйская. Сюда положим. Оп. Разломалась. Так, дальше у нас идет. Какая? Где я потеряла? Взяла с собой специальное полотенце, чтобы руки вытирать. Но что-то я его не вижу. Так. Поехали дальше. Дальше. Шоколад. Туркестан шоколад. Так, что еще у нас есть? Кремовая есть у меня в той тарелке тоже. Кремовая. Очень кремовая, вкусненькая, сливочная, кремовая, крем-брюле, тоже она у меня есть в той тарелке, крем-брюле, тоже, видите, какая марка, похожа на горчичку. Так. Это у нас яшма. Ну, яшму положим тоже сюда. Оп, на тарелочку. Яшму я люблю. Так, дальше. Дальше. Два в одном. Киргизская, два в одном. Вот такая вот она. Два в одном. Киргизская. Отличается немножко по цвету, конечно, что у меня было раньше. Два в одном. Пока не хочу. Адулярчик тоже, мне кажется, есть в той тарелке. Адуляр. Тройка. А, я ее пробовала, да, она вкусненькая, тройка. Тоже положим ее. Тройка. Так, это у нас шоколад. Ой, она горькая. Глина, это горькая, шоколад.
Вот, очень горькая. Не мою, так сказать. Может быть, когда-нибудь пасту из нее сделаю. Попробую. Так, дальше. Татарская роза. Татарская роза мне очень-очень нравится. Она красавица. Татарская роза. Тоже положим эту тарелочку. Возьмем ее с собой. Голубая пыль. Голубая пыль очень схожа с андином. Вот голубая пыль. И мрамором. Так, дальше. А вот и сандин. Сандин. Еще кусочки здесь, мне кажется. Тоже вот желтоватый, видите? Развод. Тоже очень марка. Сандин я люблю. Ну, голубая мне тоже понравилась. Хоть это одно и то же. Еще есть мраморная башкирская. Она тоже Юпитер. Красавчик Юпитер. У меня тоже есть в своих запасах Юпитер. Вот еще у меня такой кусочек. Вообще цвет, конечно, у нее красивый. Она очень марка. Очень марка. Блин. Не знаю. Разломаю. Внутри вам показать. А чё я мучаюсь? У меня же молоток есть. Оп. Ой, какая она красивая всё-таки. Сейчас я вам покажу. Рисунок. Ой, здесь такого рисунка нету, как у меня. Хотела показать вам, но тут нету полосочек. Вот тут только чуть-чуть. Жаль. Ну, положим Юпитер сюда. Этот Юпитер сюда уберем. Так. Поехали дальше. Что у нас еще есть? Туркестан желтый. Туркестан желтый. Такая красивая глыбка. У меня тоже есть туркестан желтый. Еще наверху. Дальше. Чернослив. Да, о, чернослив. Маленький. Ой, какой он вкусненький вообще. Очень мне понравился. Маленький кусочек положим вот сюда. Так, чернослив. Что еще? Цина. Кусочек бросим. Цина. Оп. Отколем. Так. Ой, как пахнет она. Тихенько подает. Расколешь. Запах сразу. Сливочная. Ну, сливочная у меня на этой тарелке есть. Вот она, сливочная. У меня уже стоят третья тарелка, которую мы с вами делаем. Точнее, я делаю, а стоят у меня еще две. Надо. Бордо. Ну, мне кажется, это не бордо. Мне кажется, это подошиблись. Потому что на бордо оно не схоже. Тоже уже выложим. Не знаю, что это. Это, наверное, сакура. А не бордо. Бордо, но другого цвета, так сказать. Так, дальше у нас сердце выпало. Сердце, тоже сердце. Вот. У меня их два, да? Ну, давайте это сердце, коль у меня там и есть, это сердце тоже достанем, пускай будет на тарелочке. Мы похрустим вот сюда, опа. Сердце к сердцу. Такая красота уже получается, да? Дальше поехали. Так.
подвислая. Ну, это подвислая от принцессы Милоежки. Милок. Вот, прислала мне Соня, кажется. Так, убираем. Ну, я его сюда уберу, мел. Дальше сливки. Маленький кусочек положим. Вот такие вот сливки. Сливки, сливки 2, сливочная. Ой, очень похожие между собой. Так, дальше чернослив. Это от Сони чернослив. Вот, у меня какой красивый он еще есть. Чернослив. Давайте второй кусочек тоже покажу. Чернослив я люблю. Вот видите, чуть-чуть отличается. Бывает вот с перламутровыми переходами. Бывает вот чисто такой красивенький, да? Но я кусочек положу, мне кусочка хватит. Чернослив люблю, а у меня это последняя запас. Чернослив. Так, поехали дальше. Что у нас тут еще есть? Что-то выпало. Что-то выпало. Это Орская премиум. Плиточка. Там у меня тоже есть наверху. Но я не готова к ней. Она очень твердая. Пока я с ней не готова. Поэтому пока отложим с ней дегустацию. Может быть, отдельно будет. Очень уже она твердая. Так, дальше. Дальше. Семечка. Вот у меня семечка была вкусненькая. Не знаю, как это. Но почистить надо. Зачистить немножко. Так. Вот семечка. Такая вот. Семечка. Выложим тоже на тарелочку ее. Надо бумажечки не подписать, чтобы не забыть. Так, сейчас руки вытру, а то у меня они немного в Юпитере. Так, это жемчужина. Это плиточки, которые мне Сонечка прислала. Я хочу с ними ролик снять. Вот у меня тут лежат такие вот плиточки. Я уже их брала, на эфир пробовала. Вот. Жемчужина. Красота. Красивенькие часы. Сфоткать хочу на заставку. Так, жемчужина. Зависла. Тоже она марка. Это мы вот сюда ее положим. Потому что я забываю, что она у меня есть. А тут на видное место на свою полочку положу, что нужно снять с ней ролик. Так, поехали дальше. Что у нас тут еще? А у нас тут карамель. Карамель. Карамелька. Кусочек красивый какой. Карамель. Так, дальше. Так, это у нас Виола. Башкирские пошли, да? Виола. Кусочки побросать. Эту я потом схрумаю. Отдельно, так сказать. Оливка. Тут
такая вот интересная по структуре. Но твердая зараза. Когда разжевываешь, она интересна по структуре. Это оливка. То же самое, что и изумруд. Это та же. Так, дальше. Абрикос. Красавец абрикос. Ух, какой. Соня мне прислала, но у меня тоже есть сейчас уже абрикос. Ну, интересно, интересно. Глинка. Знаете, вкус, если честно, похож. Вот кто кушал косточки. Когда разбиваешь косточку, внутри это беленькое само зерно, да, в абрикосе. Горчит немножко. Ну, эта глина не горчит. А вот привкус схож. Абрикос. Такая большая группа, надо с ней тоже отснять. Ой, где взять столько времени, чтобы все отснять? Секрет. А, тут, кажется, Соня перепутала мне. И это не секрет, а какая-то другая. Я уже забыла, честно. Надо у нее спросить. Это голд. Наверное, это голд, не секрет, это голд. Да, голд, наверное, это не секрет. Такая красота большая, глубушечка у меня. Так, дальше поехали. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это кто у нас? Фисташка. Ух. Тоже красивенькая глыбка. Фисташка. Ведь есть у нее железистые крапления. Фисташка. Так, дальше поехали. О, узбечка голубая. Ура! Я думала, ее уже нету у меня. Ой, сейчас надо ее отложить. Ой-ой-ой. Аж слюна потекла. Ой, какая она красивая, голубая узбечка. Положу сюда ее. Ух ты, у меня сколько еще голубой узбечки. Так, я ее сейчас тоже на свою полку положу, а то потеряю, забуду. А я и забыла, что она у меня есть. Понимаете? Так. Конечно, там пока до дна доберешься и уже и забудешь. Так, это у нас солнечная. Красотка солнечная тоже. Орская тоже марка. Такая красота. Она прям яркая. Не знаю, почему не передает. Или света мало у меня. Она прям яркая. Так. Дальше, дальше. Дальше, дальше. Закат. Ух, какой закат. Видите, у него кремний вот проходит. Кремний. До заката. Поэтому будьте аккуратны при хрусте. Так, новая. О, это созвездие. Кстати, я запросила меня снять с ней отдельно прям. Вот. Красотка такая. Но она прям песочная. Она прям рассыпчатая, песочная. Такая красивая. Расцветка у нее, конечно, бомбовская. Так. Красивенькая. Зависла, да? Дальше что у нас идет? Кто-то меня спрашивал. Аня, расскажите, пожалуйста, как вы все успеваете? Ну, наверное, это, наверное, больше от человека зависит. Гульбато, да, видите? Красотка Гульбато. Я не знаю, у меня все распланировано. У меня все распланировано. Или если я знаю, что мне куда-то нужно идти, куда-то нужно собираться, то я прям вообще буду там, не знаю, борщ варить в 2 часа ночи, лишь бы завтра
к нему не возвращаться, завтра заниматься своими делами. Поэтому я, у меня очень сильно такой планировщик во всем. Не задрот, знаете, как бы задрать, ну, как бы, людей вот так вот, типа, так вот это должно, вот это должно. Нет, я только себя могу, ну, распланировать день свой так, чтобы мне на все хватило. То есть, если я понимаю, так, мне надо завтра снять ролик на обзор, завтра надо снять хруст, значит, мне нужно сегодня приготовить ужин, то-то-то сделать, чтобы завтра меня это не отвлекало. Ну, как-то так. Мне кажется, у меня какие-то свои вот, часы внутри, которые мне, так сказать, контролируют меня. И я их. Вот. Но я при этом никого не мучаю своим вот таким характером. Чтобы все должно быть четко и готово. Это яшма. Боже, какая она красивая, яшма. Ну, вот смотрите, вот эта яшма. От одного, это яшма от второго. Видите, ну, в принципе, не сильно отличается, но как бы по цветовой гамме. Блин, у меня или свет плохо ловит, или что? Просто это поярче. Вот, яшмочка. Ну, я один кусочек уже положила, а этот кусочек положу до следующего раза. Вот. Не знаю, я когда готовлю кушать, я включаюсь в какой-нибудь сериальчик. Когда убираюсь, у меня включен сериальчик. То есть я не сажусь так сериал смотреть и тупо смотреть. Мне надо чем-то заниматься. Даже когда я сижу за компьютером и смотрю драму какую-то, я одной рукой в телефоне редактирую эфир, допустим. То есть слушаю, редактирую эфир. Акварель. Акварель. Такая акварель. Это мне Соня присылала. У меня, конечно, акварель ужас. Я ее замучилась чистить. Вся в кремне была. Да. Акварель. У Сони она почище. Красотка. Вот. Вот смотрите, у меня, ну, допустим, да, я расскажу про свою такую. Вот сегодня у нас тренировка. То есть я знаю, что сегодня тренировка, и у меня немножко к вечеру загруженный день. Поэтому я днем могу снять что-нибудь вот, типа обзора или готовку печенек максимум, и все. То есть я хруст не снимаю. Завтра у меня свободный день. Лев ездит на занятия, но его папа отводит на занятия и забирает папа. Вот, поэтому у меня день такой. Утром приготовить ужин, прибраться в доме. Ну, у меня такой домик маленький, тут прибираться нечего. Попылесосить, помыть полы и, пожалуйста, выделить на хруст. Ну, 2-2,5 часа у меня уходит просто похрустеть. Потом еще убраться, как бы. Вот так вот планирую. Вот такая красота. Это у нас Хаки. Гулять хожу на море. Ну, у нас море недалеко. Могу выделить час. То есть тоже погулять сходить, когда тепло. То есть прямо вот такого, чтобы это, ну, не знаю, мне хватает времени на все. Так, это у нас аметист. У меня аметист, вот этот солененький. Это мне Соня прислала, он солененький. Мы сейчас его тоже куда-нибудь сюда запихнем. Аметист, красавчик. Обожаю аметист. Так, остальное уберем. У меня его нету. Вот. Ну, наверное, как ты сам себя чувствуешь. То есть, если человек по натуре рожден такой, вы знаете, ну, инфантильный, да, наверное, правильно говорю, который вот все вот идет с веником, раз присел, смотрит телевизор, завис на час, потом идет, раз там что-то еще увидел, бабочку в окне смотрит. Я не такая, у меня все быстро, все четко. То есть, как говорится, гуляй, дело.
Ой, гуляй, дело. Сделай дело, гуляй смело. Радужная. Какая радужная у меня глыба есть такая. Ух ты! Даже уже... О, какая красивая радужная. А вот смотрите, радужная, да, видите? Вот эти вот разводы. Вот они. Да, это радужная. И вот чернослив. Они одинаковые вообще. Один в один. Один в один. Один в один. Хотя чернослив, но я Сонин брала уже. У нее он потемнее. Давайте найду, чтобы вы точно увидели разницу. Вот он, недалеко убрала. Вот смотрите. Это радужная. А вот это чернослив. Видите? Вот. Радужная, вот чернослив. Видите, он темнее кусок. Вот он темнее, он более фиолетовый такой. Темный фиолетовый. И вот этот. Но это вообще типа гульбато. Но это гульбато. Это радужная, но это одна и та же глина. То есть неизвестно. Гульбато и радужная почти одно и то же. А вот чернослив, он темнее. Намного темнее. Кстати, целое сердце вам. Прям сердце вам. Вот, чтобы вы понимали, что есть разница. Так, сейчас я секунду запуталась. Вот так вот. Чуть-чуть класс поменялся, и все. Радужная. Вот такая вот радужная. Два разных поставщика, видите? Один назвал радужная, другой назвал гульбато. Вот. Так, дальше у нас Туркестан кудряшка. Вот Туркестан кудряшка у меня есть. Туркестан кудряшка. Вот она, красотка Бордо. Красотка Бордо, очень марка. Бордо. Так, поехали дальше. Дальше сары. Вот хаки сары, это что и тоже, нет? А, нет, сары на желтее, что ли. Так, сары. Вот. Сары. Дальше что у нас еще осталось? Бисквит. Так, какой бисквит? Бисквит. Интересно, интересно. Ну, давайте бисквит тоже положим. Нет, не будем. Мы его на обзорчик оставим. Немножко. На обзорчик оставим. В следующий раз. Коралл. Ой, коралл горький. Горько-соленый. То есть его горечь, вот эта соленистость, соль, вкус соли, аж горчит. Вот. Ну, красивая. Ну, после вкуса такой прикольный. Ну, не для всех, не для всех. Ну как, так как я люблю вообще, и хочется мне иногда такое, что то мне нравится. Так, самоцвет. Вот он выпал у меня. Самоцвет. Мы его тоже пробовали в прошлом эфире. Это самоцвет. Красавчик. Интересненький. Такой вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он. Самоцвет. Так. Убираем. Можно из него пасту как-нибудь сделать. Самоцвет. А, янтарная. Янтарная, это тот же самый рыжик, мне кажется. Который у меня тоже был. Ну,
Посмотрим. Вот можно янтарно и бисквит объединить и сделать такой батл. Просто. Туркестан белый. Туркестан белый положу сюда. Так, это беру. Положу. Вот так вот. Еще вмещается. Есть, да? Туркестан белый. Тут еще у меня есть Чуйская Лайт. Чуйская Лайт. Кстати, можно тоже положить кусочек. Главное не забыть, куда положила. Чуйская Лайт. Так, это у нас Орские сливки. Орские сливки. Красавица. Орская. Так. Видео получилось большое, да? И пудра. Ой, пудра это мел, да? Да. Да, мел. Надо его брать. Ой, какой марки. Ух. Ух. Надо его брать. Тоже на свою полку вот сюда положу. Для, так сказать, чтоб не забыть. Вот такая вот красивая у меня тарелка получилась. Для следующего эфира. А, наверное, он будет сегодня. А сегодня у нас... Какое число? А сегодня у нас 11, да, если не ошибаюсь. Ну, возможно, вот сегодня вечером будет эфир в Инстаграме именно с такой вот тарелочкой красивой. 11 же сегодня, да? А я сейчас добавлю видео, пока вы посмотрите. Да, среда. Сегодня у нас тренировка. Вот, если это, то сегодня будет вот такая вот красивая тарелочка для хруста. Хрущу я в Инстаграме. Ссылочку, где я нахожусь в Инстаграме, в Телеграме, я оставлю под видео. Всем пока-пока и хорошего настроения. И помните, мел и глина не являются пищевым продуктом. Глотать, есть, а тем более думать о том, что она лечит миллион болезней, это неправильно. Надеюсь, вы досмотрели этот ролик до конца и услышали мой посыл. Всем пока-пока.